Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hard Reset, и в этом видеоролике мы вам расскажем, как выключить автоисправление текста на устройстве Xiaomi Mi 9 SE. Для того, чтобы это сделать, для начала нам нужно проверить, на самом деле ли включено автоисправление текста на нашем устройстве. Для начала нужно зайти в любую переписку с вашим другом или, например, как я, создать какую-либо заметку и написать любое слово, которое вы хотите, с ошибкой. После того, как вы его напишете, как видите, только что я написал слово «Привет» с ошибкой, и оно исправилось на правильное. Но если вам это не нравится и вы не хотите, чтобы телефон каждый раз вас исправлял, нам нужно стереть весь текст, который у нас есть. И вверху, в верхней части клавиатуры, вы увидите значок в виде шестеренки. Мы нажимаем на него и находим среди всех пунктов пункт, который называется «Исправление текста». Переходим в него, пролистываем немного ниже, так как верхние настройки нас сейчас не интересуют. И выключаем пункт, который называется «Автоисправление». После того, как мы его выключим, мы можем зайти во второй раз в заметки и написать слово точно так же, как писали в первый раз. И как видите, в этот раз оно не исправилось, а просто подчеркнулось синим цветом, потому что телефон видит в этом слове ошибку, но так как мы запретили ему его исправлять, он этого делать не будет. Если вы все-таки хотите, чтобы у вас текст исправлялся, заходите обратно, делайте все так же и включайте автоисправление. И, в принципе, это все, что мы хотели рассказать в этом видеоролике. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и всем пока!